Наверное, в каждом гардеробе есть такая базовая вещь, как черная водолазка. И если она надоела, ее легко можно украсить с помощью кружев, замши и цепочек. Для начала вырежем из замши прямоугольник определенного размера. Для этого расчерчиваем с изнаночной стороны. Так как это натуральная замша, проклеиваем ее клеем момент. Приклеиваем кружево. Для этого можно использовать клей-пистолет. Собираем бабочку. Классическая бабочка имеет две складки. Пришиваем к воротнику водолазки две цепочки, имитируя воротничок рубашки. Присоединяем бабочку. Скучная черная водолазка стала яркой и праздничной.